Осень – время охоты на уток. Одна такая утка выпорхнула из местного СМИ во вторник. Ивановский информационный портал сообщил, что начальник департамента здравоохранения Ирина Березина написала заявление об увольнении. Новость изрядно потрепала нервы медработникам региона. По нашей уже проверенной информации, сообщение о добровольном сложении полномочий стало неожиданностью и для самой Березины, и для правительства Ивановской области. В январе текущего года на пост руководителя департамента ее назначил Станислав Воскресенский. И, по сути, до настоящего времени новая команда разбиралась с существующими проблемами и выстраивала возможные пути их решения. Вся основная работа еще впереди.